всем привет. Всем привет. Куда мы идем? В яму. В яму? Да. Ну, вообще, это парк Зазеркалья, да? Ну, да. Ну, хорошо, идем? Идем. Подключил. А что там в парке Зазеркалья? Дом был раньше. Ой, были дом. Дом был раньше? Нет, по-моему, там деревянные всякие строения. Нет, были, там был еще дом, когда он был закрыт. Деревянный, да? Да, было опасно, что там что-то строили. Может, его достроили уже? Ну, это же игровой дом, правильно? Ну, да. Ну, игровая площадка. Давай сходим, посмотрим, как она выглядит осенью, да? Да. А в какой парк ты еще хочешь сходить? Фэнтези. Фэнтези? Да. А еще говорят, парк Шевченко очень красивый ночью. Там фонтаны, подсветка. Как-нибудь сходим, да? Ну хорошо, ладненько, давай. Идем сейчас в Зазеркалье, да? Ну что, Ленка, мы уже подходим к Зазеркалью, да? Да. Здесь вот сначала такая площадка наверху. Да. А потом это оно как будто почти. Его как будто нету, но он есть. Да? Да. А это только у нас такая площадка, только одна такая. Ну я не знаю. Это такой парк вот Зазеркалье. Там раньше была просто яма, ее почистили и сделали там детскую площадку. Mm-hmm. И вот мы уже к ней подходим. Сейчас нам нужно будет перейти дорогу. А, это качель так скрипит. Да, качель скрипит. Ух ты, там, по-моему, что-то еще новое построили. Да? А, да, кстати, да, что-то поставили. По-моему, вот корабль. Этой... Да, деревянной вот этой штуки не было, по-моему, да? Да, не было. Так, а ну что, корабль, давай что-то. Аккуратно перейдем дорогу. Тут, вот тут, тут поворот, это разворот. Флаг. Да? Флаг вот это ему. Ох ты. Ну пошли, посмотрим, что там за кораблик, да? Да. Да? Я тут не буду лазить. Да, где ты будешь лазить? Я не знаю. Вот еще, смотри, вот этот замок новый. Замок новый? Да. А это все вместе, по-моему, корабль, замок, это все одно... А. Да. Нет, его раньше не было, я помню. Не было? Не было. Ну что, пойдешь, посмотришь? Черная жемчужина. Вот там пушка есть, да? Ты лошадка. Лошадка появилась, да? Ну что, давай я подержу твою игрушку, ты слазишь, да? Как ты слазишь? А вот так вот, да. Оп. 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 Забралась? Да. А, смотри, а там ступеньки есть с той стороны, да? И внизу есть, да? Папа! Папка! Я здесь. Вот, видишь, самолет добавили. Самолет. А, смотри, да, и самолет деревянный добавили, надо же. Ух ты! Аленка, а ты знаешь, что это за самолет? Но вообще-то это Ан-2 кукурузник. Он кукурузу не собирает, он просто он так назывался. Ан-2 кукурузник. Его разрабатывали для сельского хозяйства еще до войны. Да, да, у него даже пушка есть, видишь? Интересно, да? Ну хорошо, можешь, смотри, с той стороны, по-моему, есть вход. Ха-ха! Винт не крутится, да? Оп. Да? На самолет будешь залазить? Ну давай, заберешься или? Нет. Не получается, ну ладно, выбирайся. Выбирайся. Вот такой вот самолетик, да?
А почему же пропеллер не двигается? А вот, смотри, как забираться. Вот же. Ну, я знаю. Только это на крыло уже залезло. Нет, можно туда. Алена, вон влево, видишь, там есть место посадочное. Я смотрю, что... Нет? Ну смотри, смотри. Что, вниз пойдем тогда, да? Ну, пошли. Пошли. Дай мне хаски. На, у тебя хаски. Ладно, его, наверное, потом будет поносить. Да давай я его поношу. Нет, а ты? Даже... О, смотри. О, дом построили заново. Да, вот оно. Зазеркалье, да? Шашлыками. Да, где-то шашлыки делают. Там. Вот оно, Зазеркалье. Летом, конечно, здесь более зелено, да? Да. Ну, уже скоро зима. Осень, да, осыпается листва. Поэтому все открывается. Ну что, давай сходим в домик посмотрим, да? Пойдем. Пошли. Интересно, это настоящее стекло? Где? Вот это. А, я не знаю, может и настоящее. А может это и пластик. Может пластик. Ну давай. Вперед, я за тобой. Оп. А колесо так и не вернули, да? Помнишь, после ливня тут колесо унесло, слушай, да? Слушай, папа, помнишь, когда ты еще стрекоз видел? Да, тут стрекозы вот были, да. Вон котик еще бегает, а, это кошечка, она трехцветная. Да, тут... Так, площадку отремонтировали, да? Аленка, площадку отремонтировали. Кто? Качель. Качель, на которой вы катались, да? Только мы на той катались. Так, а это домик Алисы, да? Аленка. Что ты говоришь? Что-то тут уже написано всякого плохого. Да ну конечно, все ж. Вот знак доллара, да. Да. Ну руками особо ничего не трогать. Смотри, тут стекол нет. А, ну, как нет? А вот так нет. А? Выглядело как стекла, да, но их нет. А их вообще нет. Да? А, вот иди обратно, я тут все. Хорошо, я по кругу обойду, посмотрю, как оно здесь все. И. Куда тут? Я вот по кругу обойду. По кругу пойду и посмотрим, что тут и как тут. Да? Ну, да. Оп. А ты вот туда вниз пойдешь, да? Да. Ух, надеюсь, я пока не встречу. Ну смотри, я внизу тебя встречаю. Я не спустился, я спускаюсь. Ух ты ж, какие тут маленькие ступенечки, слушай. Тут для детей ступенечки. Папа, ты знаешь, что для детей? Да ты что? А, кто там? Да, вот она дверь. И она даже закрывается, да? Она даже закрывается. Ну не закрывай, вдруг кто-то будет там. Да? Ну и отлично. Давай покатайся. Хочешь покататься? Давай. Садись. Там не холодно тебе будет, не? А смотри, ветер и слышно, как листва сыпется. Там листва сыпется. А вот, папа, смотри, вот эти деревяшки, там колесо стояло. Да, 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 осталось. Тут раньше колесо стояло. Да, поможет. И было, был ливень, и колесо унесло, да? А. Помнишь, тут все разворотило, колесо унесло. Да. Ну, как шашлыками это пахнет, это. Да? Да? А что за карточки? Ну это ж смотри, там Алиса в Зазеркалье, там, по-моему, были карты. Там были... Ну что-то там такое было. Вот это вот эти персонажи. Ну что, дальше давай. Пошли иди. Стрекоз искать. Пошли стрекоз искать. Они ну, сейчас... вот там. Но сейчас дело в том, что не сезон для них. Сейчас уже осень. Ты хочешь посмотреть? Не знаю. Ну пошли хотя бы поищем. Ну пошли поищем стрекоз.
Смотри, вот в принципе. Я помню, как-то к нам еще в двор прилетел стрекоза. А смотри. Ух, да. Смотри. Угу, да. Для воды. О, копейка валяется, да? Где? Вон. А вон, 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 вон. Все. Достать... Не надо, не надо. Угу. Не надо. Ну, давай достанем. Ну что, где твои стрекозы? Да я не знаю, они там где-то. Да, ну пошли искать. Мы монетку спасли от затопа. От затопа, от монетку. Вот здесь, в принципе, оп, я переключусь на ширик. Здесь можно делать шашлыки. Вон там люди уже и делают, да? Да, можно как-то. Ты хочешь шашлыки? Или тут надо покупать? А я не знаю как. Домики. Давай, ну, посмотрим. За домики платить надо, да. Оп. А за мангал? Ну, или за мангал. Так. Вот тут что-то. Уважаемые гости. По вопросам аренды, беседы, к мангалу обращаться по телефону. Приятного отдыха. Да. И вот еще. А, это по поводу, наверное, что-то там. Понятно. Да. Ну вот смотри, мост какой, да? Его, по-моему, отремонтировали, да? Он не такой был. Кстати, смотри, лапы. Точно, у него сверху вот этой штуки не было. Помнишь? Да, у него не было. Да, вот лапы. Они, а вот лапы, да, вот лапы у моста. Лапы? А я не знаю, чьи это лапы. Это ж мост, мост, я знаю, он в Хэллоуин превращается в какое-то чудище. Вот это лапы этого чудища, он так поднимается, так и становится, так. Поняла? Вчера был Хэллоуин, вот это вот от него осталось, он где-то утащил у кареты вот такую вот штуку. А сверху должен был быть пропеллер. А пропеллер утащил у самолета наверху, да? Да, хорошо, да, рассказывай мне. Что, Хэллоуин прошел? Что? А что же Хэллоуин прошел? Ну, по-моему, вот в эту ночь был. Или подожди, не-не-не, или подожди, или вот в эту ночь, которая будет. Сейчас же 30... Какое? Да. Он на шашлык идет. Точно. Сейчас он будет тоже там. Точно, шашлык есть будет, да? Сейчас он купит аренду и будет. По-моему, он без аренды будет. Да? Нет, хорошо. Нет, птичку поймает, принесет ее и будет готова. Да. Пошли. Да. Так, ой, от... еще котик, смотри. Ух ты, сколько тут еще рыжий. Смотри, какой-то морды такие откормленные. Он одна... Не домашний. Одна больше другой. Ну-ка, попробуем вот сейчас это его... Это подросток, по-моему. Сейчас мы его попробуем приблизить. Слушай, папа, это, по-моему, подросток. Да нет, это здоровый котяра, смотри, о. Будет точить сейчас лапы, когти. Ой, почему, зачем? А вот второй, смотри. Слушай, на... папа, можно же было корм взять. Да мы ж не знали, что тут коты будут. Ну, смотри, значит, вот мангал, над ним как раз сейчас видно, как струится теплый воздух. А вот под ним сидит кот, смотрит, как бы мне утащить кусок мяса оттуда, да? Да. Ну хорошо, да, давай идем дальше. Где тут были стрекозы? В конце? В конце? Да. А, ну смотри, тут уже сам парк заканчивается, там идет пешеходная зона, а за пешеходной зоной там уже какое-то то ли болото, то ли озеро, то ли еще что-то такое, да? Ну что, нет? Там утки плавают. Утки? Да. Ух ты, пошли посмотрим. Ой, а тут грязно. Не-не, вон, смотри, грязно. Да. Туда не пройдешь. Просто так. Вон, утки, видишь, плавают? Да, вижу, там утки плавают. Осторожно. Ну давай, мы не будем дальше идти, там уже грязно. Мы так не пройдем. Там обойдем. Ты хочешь уток еще посмотреть, да? Да. Ну хорошо. А у нас же нету ни хлеба, давай, ничего, да? Посмотрим. Смотри, какой забор поставили, деревянный, да? Мы будем ждать, что еще надо брать с собой хлеб. Ну да. Так. Ух ты еще. А, это. Смотри, какая речушка, да, маленькая? Да. Водичка течет здесь. Вроде как даже чистенькая. А может и не чистенькая. И не питьевая. Не, ну тут точно не питьевая. Она протекает там через 5 микрорайонов. Или сколько там микрорайонов вверху. Гаражи. Конечно, она не питьевая. Кот
купить еще. Ну, в принципе, она выглядит достаточно чистой. Да? Так что, знаете, такое не надо пить. Не-не-не, это точно не пить. Так, мы пошли дальше, да? Так, куда ты дальше хочешь? Куткам. Куткам хочешь сходить? Ну, пошли, вот сходим туда. Смотри, ищет. Ищет, да. Что там такое, да? Да. Кот. Вот еще котик. Ух ты, сколько их тут, да? Они, наверное, все домашние. Ну, прикормленные, по крайней мере. А толстенькие там... все, да? А тут еще была скамейка влюбленных где-то. Да, была. Ой, была, а где она? По-моему, вот она за этим домиком. Она за этим домиком. Ой, смотри, тут еще кот. Еще один кот. Ну вот так вот. Вот так. Ух ты, спрятался, да? Там еще был кот. Ух ты. Привет. Привет. Ой, эти хорошенькие. Да? Ой, они спрятались, смотри. Вот. Две морды, да? Ух ты, котенок еще, по-моему, да? Рыженький котенок. Ну смотри, где твоя? Ух ты! Ух ты! Поваляться, да? Ух ты! А вот еще один кот, третий. И все рыжие, смотри, все рыжие. Да, ни одного даже черного или белого, или серого. Все рыжие. Кс-кс-кс. Миленькие, да? Ах ты. Они думают, что мы покормим. Слушай, папа, может, давай на следующих выходных все ходим сюда? Ну, если не будет дождей, то можно и сходить. И можем взять с собой хлеб и корм. У мамы там хлеб, они хлеб не едят. Нет, утки. А уткам хлеб? Да. Так, ну, понятно, хорошо. Смотри, где твоя влюбленных? А вот твоя влюбленных скамейка, да? Вот, скамейка для влюбленных. Вот. Ты хочешь туда забраться? Нет, не хочу. Не хочешь? Вот она, скамейка для влюбленных. Кстати, смотри, там зонтик был. Да? Да, вон, видишь? А, да, что-то сверху было. Что ж, ты не вылазишь, а? Вылази, мы тебя... Мяском, ну, может быть, да, шашлыками прикормили. Ну что, идем дальше, будем смотреть. Пошли к уткам. Так, подожди, а как к ним добраться? Так, чтобы... Вот так, ты думаешь, через верх? Ну, да. Ну, пошли через верх попробуем, вот так, да? Потом так. А потом туда пройти, да? Да. Ну, пошли, попробуем, да? Это, папа, когда там был дождь, это чтобы влюбленные спрятались. Да? Да? О, ух ты, смотри, а тут вот какие ступенечки, ага. Смотри. Кстати, может, это для колясок. А, точно для колясок, смотри. Да. Посередине ступеньки, а по двум сторонам полозья, да? Угу. Точно для колясок. Надо же. Аленка угадала. А как ты угадала? Ну, просто были вот эти штуки. Она такая маленькая. Есть же это, скажи, дорожка. И это. Я подумала, что это... Ну, вот это. Понятно, да? Вот как раз для колясок. Я тут, наверное, не слежу. Я тут это, поеду. А вот смотри, мы поднялись наверх. Вон там дальше корабль и самолет, да? Да. Ладно, пойдем туда. Пойдем? Потом, может, там еще погуляем. Смотри, с ремиками сюда нельзя. Да? Блин. Да? Там у нас на стадионе. Собакам запрещено. И там все равно... Все гуляют, да? И там... Да. Так. Ну что, пошли посмотрим на уток. Угу. Так, давай тут спустимся, да? Вот надо... Тут, наверное, тоже для колясок. Для колясок, наверное, там где-то. А может и здесь. Да, в принципе, тут нет ступенек. А там ступеньки. Так, вот смотри, парк из-за забора, да?
как выглядит? Тяжело. Тяжело спускаться? Да. Да ты что? Тебе тяжело спускаться? Аленка, тяжело спускаться? Да. Да? Да. Ну, да, я тебя сфотографирую, да? Подожди секунду. Ну что, идем дальше? Это последнее препятствие. Последнее препятствие, дальше по ровной, да? Да, почему-то все дяденьки, тетеньки. Да, там же видно, уток кормят, да? Вот, смотри, светильник тут поставили, да? Угу. Тут, наверное, ночью красиво. Угу. Вечером, сюда бы вечером прийти. Болото. А, кстати, папа, может, вот там эти вот там жили утки еще? И может, они сюда прилетели? Может быть. Может. Вот тут еще голубей кормят. Да? Да. Ну хорошо, идем посмотрим, где там утки у нас, да? Угу. А. Вот, видишь, правда. Да. Тут еще есть. Ух ты. Да. Плавают, да? А голуби тоже хотят быть что? Рыбками. Голуби тоже хотят быть рыбками. Большой. Видишь, они тоже хотят. Ну да. Они тоже на них смотрят. Они тоже на них смотрят. Ныряют еще. Рыбу. Да. И видишь, кидают корм, они ныряют. Угу. Селезни это мальчики, вот эти, ну они с зелеными головками. С синими голубыми. А девочка коричневая. Да. Он там, видишь, синий плавает. Еще они друг друга гоняют. Да, за еду. Почетую, ну. Я только стыкваю. А видно, как они ластами гребут. Ластами, да. Смотри, она еще так это вниз. Ныряют, да? Прикольные такие уточки. Пойди в украшу, и что ты мне говоришь? Надо в следующий раз хлеба взять, да? Да. На следующий выходных с ним подождем. Ну или когда будет... А, на следующих выходных ты же один день пойдешь это на работу. Ладно? Разве? Да. Ух ты. Ты что-то знаешь, чего я не знаю, да? По-моему, саду-то и ты пойдешь. Да? На работу. Ага. Я просто не знаю, как этот день называется. Суббота. Да, суббота. Поэтому говорю на английском. Оп. Крякает еще. Да? Видишь, кря-кря. Что не видно синими головами? Или это так кажется, как будто они синими, только они покрасили? Кто? Ну, селезни с синими головами. Ну, вот они зеленые, видишь? Зеленые и синие, такие переливчатые. Угу. Тут половина из них селезни. Угу. А коричневые это девочки. Да? У них перья как, ну, куриц коричневых. Ну, смотри, у них по правде синее крыло. Ой, смотри, нырнуло еще. Да? Там еще вдалеке. Кстати, даже девочки меньше, чем мальчика. Ну да, у них селезни покрупнее. Они знают, куда бежать. Покрупнее, чем утки. Куском. Папа, за нами голубь ходит. Голубь ходит, да? Голубь. А, за нами? А, да, ходят. Ходят. А идем дальше? Как? Куда ты хочешь? Туда. Туда? Ну пошли туда. Обратно. Я хочу там полазить на самолете. На самолет я хочешь? Я просто ждала, когда уйду. Ну пошли на самолет тогда, хорошо. Или полазить еще на корабль. Thank you.
побежала, побежала Аленка, да? Хорошо, дальше дед хочет погулять. Ну вот там хочу на это залезть. Блин, там еще больше детей. Ну залазь как можешь. Ну аккуратно, никого не толкай. И сама аккуратно. Главное никого не трогать. Коронавирус. Ой, так. Дистанция 1 метр. Ух ты. Давай. Или 10 метров. Смотри. Я не знаю. Смотри, ты можешь в кабину пилота залезть. Ну на, подержи. Давай, я буду держать твою собачку. Ну давай. А вот теперь смотри, в кабину пилота сюда раз. Оп. Мне аж чуть-чуть. И можешь в следующую Залазь, залазь. Залазь. Тихо. Оп. А можешь в следующую теперь, да? Оп. Да, нелогично. Аленка. Алена. А ты что, вылазишь уже, да? Мальчики бы сразу бы нашли, как вылезть. Да? Ну щенки же вылезло. Молодец. Интересный самолет, да? Интересный. Так. Пошли. Ты хочешь на корабль? Да, там корабль. Опа! Оп! На корабль будешь залазить? Давай. Опа. Оп.
Аленка у штурвала? Да? Встань, я тебя возле штурвала сфотографирую. Да? С той стороны встань. Встань за штурвалом. За штурвалом, ровно посередине. Нет, за штурвалом, ровно посередине. За ним, да. Ровно посередине, да, вот так вот. Оп, все. Можешь покрутить его? Он крутится? О, ух ты! Ну правильно, да. На коня, ну давай на коня. Ну а я... Да? Ух ты! Вот такой самолет. Вот такой самолет. Ух ты, пушка, да? А, это, кстати, это самолет. А, по самолету стрелять, да? Оп, Аленка вниз полезла, да? Вот такой вот парк. Деревянный зазеркалье называется. Оп. Здесь? Ты думаешь, мне тут нужно спускаться? Не, я боюсь, она сломается подо мной. Я по обычной лестнице спущусь. У тебя лишней руки нету. Пум-пум-пум. У тебя лишней руки нету. Так, где тут она, Аленка? Убежала, да? Вообще-то с высоты должна быть лучше. Аленка! А, ты уже там, да? Ух ты, кто там? Я отсюда не вылезу. Не вылезешь? Ну, обратно тогда. Или вылезешь? Да. Смотри, конь твой освободился. Давай. Залезешь? Сфотай. Сфотай? Сейчас сфотаю. Интересно? Да. Тебе помочь? Не надо. Да? Оп. Где ты хочешь еще поиграться? Все? А самолет занят. Самолет занят? А паровоз? Не? Вот такой машинист. А кто-то, смотри, забыл украшение, да? Ага. Ну все, не трогай, это чьи-то игрушки, да. То есть это не украшение, это игрушки. И кто-то из детишек, наверное, забыл. Да, вот самокат. Ну да. Так. На горку хочу. Ну давай на горку. Ха-ха-ха.
Ох, да? Что? Ух ты, ты монетку нашла, да? Да. Ну, положи себе. Ладно. Положи. Быстрая горка. Оп, не той ногой. Да, правильно, те руками, да, хватайся там. Папа, тут это седло нарисовали. Седло нарисовали, да? Да, краска. Поводок, да? Оп. Тебе лошади нравятся, да? Лошади нравятся, да? Ну как, тебе понравилось в парке? Угу. Да? Да. Еще придем? Да. А сейчас что мы? А? Сейчас что мы? Домой пойдем? Да. Ты точно не хочешь еще поиграться? Я не хочу. Нет? Нет. Ну давай еще пару фото сделаю и пойдем, да? Ну все. Ну ладно, на этом все, все. Хорошо.